Лёпа! Детская, познавательно-развлекательная программа. Здравствуйте, дорогие ребята! И прежде чем мы начнем... Ребята, наша студия мультипликаций за последние 2 месяца силами ребят сняла несколько отличных анимационных фильмов, и теперь мы готовы поделиться результатом своих трудов. Сегодня будет отличная картина на тему «Затерянного острова». Приятного просмотра! Детская студия мультипликаций «Лёпа» представляет анимационный фильм «Остров аномальной зоны». Савати, Савати, прием. Это Дима. Дима, прием, это Савати. Кажется, у меня что-то с приборами. Мой радар тоже что-то неправильные данные показывает. База, база, прием. База на связи. Как меня слышно, база? Слышу вас плохо. База, база, пролетаем над океаном. Приняли, приняли. Ребята, какое-то здесь неспокойное море. Что-то мой самолет как-то кидает. Да ты штурвал просто крепче держи и все. Я потерял управление. Я тоже. База, мы падаем. Отправляю спасательный вертолет. Ребята, держитесь крепко. Сейчас будет удар. Ого, ничего себе. Прям как я 2 года назад. Странно, в этом квадрате действительно с приборами неладное. База, база, прием. База на связи. Мы около места крушения. У нас с приборами тоже неполадки. Приняли, приняли. Разворачивайтесь, вертолет. Разворачивайтесь, вертолет. Мы не можем, мы падаем. Бобик, Бобик, до свидания. Охраняй мой дом. Я пойду помогу этим людям. Они еще не знают, куда попали. Хорошо, что грузовой отсек укреплен. Наши машины остались целыми. Ну, немного помятый, но не важно. Сос, сос, кто-нибудь, прием! Ребята, я, кажется, что-то поймал. Сигнал помощи. Вроде бы оттуда. Поеду проверю. Друзья, остаемся на этой волне. Проверка связи через каждые 5 минут. Конец мне, конец. Да будешь ты жить, ты же врач. А, точно, я забыл. Что же теперь нам делать? А что это там вдалеке едет? Я слышал сигнал бедствия. Это мы звали на помощь.
А что вы тут делаете? Мы потерпели крушение только что. Так мы вас спасать летели. Тут что-то с электричеством. Ладно, поехали. Будем исследовать остров вместе. Наша задача исследовать остров. И выжить. Что это за очень загадочное место? Кстати, спасибо, что спасли. Вот это цветочки здесь. А, берегись! Совайте, держись! Держусь я. Я такого в России не видел. Это мы, наверное, в Америке. Да какая Америка? Там тоже такое. Какой-то аномальный остров. Я очень надеюсь, что вас не отправило следующих спасателей. Они должны действовать по инструкции. Нет, ты видел? Ты видел? Это был динозавр! Да ну, перестань. Ерунду всякую говорить. Ну, надо мне шутить на острове. Хотя, возможно, мне показалось. Вот-вот. Там какое-то здание. Остановись, остановись! Ребята, я предлагаю сходить на разведку. Ну, кто-то должен охранять автомобили. Так, я остаюсь здесь, буду караулить автомобили. Будьте осторожны. Так, впереди какие-то странные таблички, ребята. Мне кажется, это язык, незнакомый ныне. Пройдемте к той двери. Может, там какой-то космический крутой туалет? Хватит, станьте серьезными. Ладно, ладно, я пошутил. Ладно, хватит разговоров, предлагаю зайти внутрь. Ребята, а может быть разделимся? Ага, конечно. Мы находимся на какой-то непонятной, неизвестной базе. Какие-то таблички на неизведанном языке. И ты хочешь разделиться? Просто мне ужастики нравятся. Нажимай на кнопку скорее, открывай двери. Нажми на кнопку сильнее. Что-то ничего не происходит. Заходим, ребята. Не отходим далеко друг от друга. Все надо здесь исследовать. А что это такое? С тобой все в порядке? О, это что такое вообще за скелет? Это точно какие-нибудь скелеты, и точно не земля, на поле тянет, по-моему. А ну, понажимай там. Сейчас нажму. Ой. А что такое? Амфян чурак. Вроде бы русский. Я робот-переводчик. Кто вы такие? Мы потерпели крушение. Вылетели из Старополя. Мы не поймем, что тут происходит. Ну, видит нам скелет, но он не человеческий. Сколько лет он тут пролежал? И кто здесь жил? Какой сейчас год? 2019. Вычисляю. 40 тысяч лет назад. Что? Сколько? Это была раса ласгардов. Что же нам делать? Как же нам спастись? У нас выключили все приборы в самолете. Над островом осталось еще защитное поле. Оно не пропускает никого.
Как же нам выбраться? Нажмите красную и зеленую кнопку. Мы пройдем в ангар космолетов. Чего-чего? Космолеты. Для того, чтобы летать в космос. Откуда они у вас? Это принадлежит древней расе. Загадок все больше. Это очень интересно. Продолжение следует. Уважаемые телезрители, очередной выпуск телепрограммы «Лёпа» подходит к завершению. Дело нашей покадровой анимации живет и радует вас новыми историями. В следующей программе вам будет представлена история о персонажах, которые побывали на ярмарке. Поэтому оставайтесь с нами и будьте полны творческого вдохновения. До новых встреч! Пока-пока!